repita. Мы уже снимаем. Какие-то ротные позывы. Прям так? Уж не стоит мучить. Нет. Что делать? Родители травители. Смотри, я ем морковку. Ешь. Там кто-то ждет, сидит он своей морковки дальше. По курсу. Если кто не доест, я тут. Все, ты закрыла рот? Но если она от банана с яблоком отказывается, то что она будет овощи кушать? Ну, вдруг ей понравится. Вот морковка не понравилась. Может быть, авокадо понравится. Отпустите меня, кровопийцы. Кормят всякими морковками. Лучше мясо дали. Читала, когда мамашка...
Что это? А? Как смотришь? Свадьба. Этим тебе сегодня спасибо. Кормят ребенка, дайте хоть бумажки покушать немножко, картоны, блестящие, сахарком покрыта картоночка. Так, вот с этой стороны вкуснее. Молчать. Не дабу. Извините. Кушай, кушай, кушай. Кушай бумажку. Побить надо немного, а то он твердый. Тогда еще покормят. Смягчилось немножко. Как тараньку, да, постучать об стол надо. Твердо, надо еще побить ее. Чуть-чуть еще помять надо. Что ты? Я знаю. Не надо. Снимаю море. Я на солнышке вижу. Я снимаю. О. Да? Это гениально.
считаю, что кормить нужно в трамполине. Или в саркале. Нет. Это ж маленькое.